Вот это, конечно, бескрайний мир. Тут везде одни деревья, все, я не могу ничего интересного найти. Это что такое? Забыл с вами поздороваться. Всем привет, коты, с вами Терраплей. Сегодня я бродил по этому миру и нашел какой-то странный сундук. Я хочу его открыть, попробовать. Так. Тут разные виды TNT же. Ну что это за виды? Я их в первый раз вижу. Давайте все заберем мне в инвентарь и попробуем их взорвать. Для такого случая я еще сейчас взял зажигалку. Так, а что сейчас ночь наступает? Я хочу сделать день. Так, время и день. Отправляем. Все, теперь у нас день. Давайте начнем взрывать наши TNT. Только я хочу отлететь подальше от этого места. Вот, допустим, вот, хорошая полянка. Здесь как раз-таки и взорву парочку. Первое, что я хочу взорвать, это вот этот вот TNT-стик. Ой, так. Что-то у меня не получается его как-то взорвать. Ну, ладно, ничего страшного. Давайте, вот, TNT-X8 оставим на самый конец. Мне интересно, что будет. Давайте напалм попробуем. Так, подходим. Так, зажечь. Ой. Он огнем. А! Это что такое? Все в огонь превратилось. Все животные умерли. Ничего себе. Мощный. Мощный TNT. Мне уже страшно думать, что за динамит Дун. Вот этот вот. Мне страшно. Ладно, давайте зажечь. Ой. Что это? Что это? Он кучу себя заспавнил! Ребята, у меня отлагало. Вот какой взрыв от него. Ничего себе. Целый кратер. Даже вот вода забагалась. Так, это уже интересно. Ставим вот этот вот синий TNT. Зажигаем. И убегаем. Просто убегаем. Ой. Чё? А что происходит? Стоп. Стоп, реально. Стоп, реально. Что происходит? Я ходить не могу. Я ходить не могу. Этот TNT, походу, делает так, чтобы все игроки поблизости просто не могли ходить, и у них был экран так вот приближен. Прикольно. Для троллинга своих друзей сойдет. Теперь я хочу открыть все, то есть все использовать TNT. Давайте, допустим, Bedrock Booster. Хотя нет, стоп, у нас тут еще один есть. Это что у нас тут такое? Ага, он у нас просто зажигается. Ничего не делает. Хочу вот этот нюк. Конечно, да, странное TNT иногда. Огнево. Зажечь. Ой. Что происходит? У меня Майнкрафт начинает подлагивать. Что происходит? Ничего себе. Куда меня отбросило? Ребят, это жесть. У меня отлагало. Видите, что произошло? У меня только что отлагало. Этот взрыв даже больше, чем Дун. Это такой огромный взрыв. О, даже не до конца, по-моему. А, нет, все, до конца. А, нет, не до конца, у меня не прикрутилось. Короче, я предлагаю его уйти от этого места, а то у меня еще больше будет лагать, потому что вы видите, до чего оно довело. Всю гору полностью снесло. Мне очень интересно, что скрывается под динамитом X4. Так, надо его зажечь как-то. Вот зажечь. А теперь убегаем. О, так это небольшой взрыв. Мы уже и видели большие взрывы. Так сказать. Сейчас я хочу посмотреть. Еще у нас остались тинтички. Нет. Так что я хочу открыть TNT X8. Мне интересно, будет ли огромный взрыв? Или нет? Так, теперь надо его зажечь. Зажечь, говорю. Я говорю, зажечь. Все, теперь убегаем. Просто убегаем.
Так, смотрим. Тут дерево полностью. Минус все дерево и минус все животные. Ну, в принципе, такой нормальный взрыв. Друзей пранкануть можно. К сожалению, взрывчатки посмотреть нам не удалось. Но я имею в виду вот эти вот стик-палочки. У нас не получилось посмотреть, потому что они не взрывались. А с вами был Котяра Плей. Сегодня мы взорвали самое сильное видо TNT, которое я нашел в сундуке, просто путешествуя по миру. Всем пока!